новые участники и гости группы Doom. Сегодня мы начинаем цикл роликов, в которых будем стараться преподнести нечто свежее и неоднозначное в игровой вселенной. И сейчас речь пойдет о Doom 2017, точнее о Destiny 2, миссиях на планете Титан. Когда я их проходил, меня перекосило от удивления. Схожесть с Doom, если не колоссальная, то очень приличная. Я стал пристально исследовать локации, внимательнее относиться к мелочам, боевке и тем, кого я убиваю. И имя им — Улей. Они невероятно похожи как поведением, так отчасти и внешностью на низшие и средние касты демонов из Doom 2016. Локации — это не только всевозможные биолапсы, но и самые кишки, в которых и обитает пришлая фауна. Впрочем, не стоит долго распинаться. Посмотрите на это сами. Просто забудьте о Destiny 2 и представьте, что перед вами Doom 2017. Аманда. Да. Лети быстро.